Отрицательные местоимения в английском языке. Отрицательные местоимения no – никакой, none – никто, nobody, no one – никто, nothing – ничто, neither – ни тот, ни другой употребляются для указания на отсутствие каких-либо предметов, признаков, качеств. Местоимения no, neither не имеют категории числа, рода, падежа и употребляются перед существительным, которые они определяют. Существительное в данном случае употребляется без артикля указательного или притяжательного местоимения. При наличии в предложении отрицательного местоимения глагол сказуемый употребляется в утвердительной форме. Если глагол сказуемый употребляется в отрицательной форме, вместо отрицательных местоимений употребляются неопределенные. Have no books I need and I have to go to the library. У меня нет книг, которые мне нужны, и мне придется идти в библиотеку. He said nothing and left the room. Он ничего не сказал и вышел из комнаты. He didn't say anything. He just shook his head. Он ничего не сказал, он просто покачал головой. В сочетании с think body one местоимение no образует производное местоимение nothing – ничто, nobody – никто, no one – никто. Обратите внимание, что местоимение no one пишется раздельно.